Компании депутата Горсовета Уфы Валериана Гагина разрешили разработать проекты планировки и межевания городского квартала. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии. Речь идет об участке почти 8 гектаров, ограниченной улицам Крупской, Кирова, Ленина и Достоевского. Проект позиционируется как культурный кластер с выставочными залами и творческими мастерскими. Однако жители близлежащих домов ранее выступали против этой инициативы. Среди аргументов, проект мало чем будет отличаться от торгового центра, ну а в непосредственной близости от территории уже есть несколько объектов культуры, в частности, Молодежный театр имени Мустай Карима. Расположение о реализации проекта подписал ушедший накануне в отставку мэр города Сергей Греков. Примечательно, что контроль за его реализацией он доверил своему первому заму Марату Гайфуллину, который в тот же день ушел со своей должности. От комментариев телеканалу РБК Уфа Валериан Гагин отказался.